Сегодня у нас вермишель, сосиски. Смоем груши с огорода. Вот столько яблоков, груш намыли. Вот такой у нас на сегодня завтрак будет. Смотри, Лёх, сюда едь-то. Вон тут торт стоит. Ну, торт не надо. Лёх, торт, будешь торт? Поел? Поел немножко. А ну не поел. Доволен? Да, доволен. Так, вот стоит. На сегодня на день купили. Угу. Торт-то будешь, Лёх, есть? Нет. Нет? А что ты? Кушать не будет. Это, Лёх, пластмасса. Пластмасса? Несъедобная. Это от свечки осталось. Не сиськи. Нет, папа, это не сиськи. Ну ладно. Не надо. Бумажку надо снять. Снять бумажку? Вон. Да? Ну сними. Желтый, папа, будет. Желтый будешь? Да. Вот этот желтый. Ну давай, ложку дать тебе? Да. Сейчас дадим ложку. Дайся. Что нам его не уесть? Опа. Кто там, не так, кто там. Нет, у него кожа зевочки. Папа, посмотри, кто да. Это? Это тебе батум. Белый. Зеленый дождь. Ну вот, тот, папа. Сладкий? Да. А очень вкусный. Вот эти вот белые есть. Крем. Понял. Это все ты. Кто это? Это все ты, кто я? Угу. О, какие вот это-то, ну. А я ничего не ем. Крем ешь белый. Крем ешь. Зеленый. Листочек, видишь? Ба. Угу. Давай, я помогу тебе взять. На. Что это? Шпачупс. Шпачупс? Вот. Ага. Вот сейчас открыть. Иди бабушку открывай. Нет. Не надо, Лёха, не надо их сначала мыть. Мой. Они грязные. Давай. Домой. Если вот так утром закрыть, уйти не надо. Помоги. Иди бабушку открывай, Лёх. Нет, я сильно устал. Сильно устал? Гуси.
Аккуратно, не рассыпь. На, подержи все. На, дай, на. Держи, папа. Держу. Держи, вон. Попкорн, на. Так что ты будешь, чебошуп или попкорн? Или пойдешь гулять? Будь. Выбирай. А? Че будешь? Выбирай, попкорн, чупа-чупс или гулять. Чупа-чупс не надо. Пойду за ноги утонуть. Че ты хочешь, Леша? Они за ноги. Они за ноги. За ноги одной. Че ты хочешь? Пойдем бабушка откроем, Лех. Не, я хочу прыгать, пап. Где? Высоко. Ну, это только в доме можно, Лех. Тут, видишь, как сложно. Пошли дома прыгать. Видишь, как сразу. Смотри, я нашел чебучок. Это пюре фруктовое. Сок. Прыгай. Лёш, ты видишь, у меня ножик? Вот ты нарываешься. Да. Так ты пойдешь в дом прыгать или будешь пюре есть? Буду пить. Пюре. Это пюре. Пюре. На, окой. Окой. Стоп. Вай. 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 Оп. Пифуа. Да. Ну или бабушка откроет тогда уж. Бабушка, выходи. Давай. Все, все. А? Даю. Леш, не бегай за ним. Ну давай пойдем, Лёх, давай. Пока светло, прогуляем чуть-чуть. Все, давай, пошли. Обходим. Ты будешь прыгать, не надо тебе руку. Так прыгай. Прыгай так. Если будешь прыгать, я отпущу руку.
Ну, стекол не было. Стекол не разрезали. Если и были, то их было не разрезать. Пришлось так сделать. Надо будет в следующем году делать пластиковые окна, двери. Надо. А? Надо. Так, как ее? Бабушка под ногами тут. Земля какая-то. А? И бабушка под ногами здесь. Земля упала тут. Идет. Так, сейчас я буду поднимать, и там направляй по этим. Еще выше. Нижняя совпала? Нет, что-то. Так, так нижняя все. Эх, верхней нет. Давай, управляй. Повыше, а что-то она выше не идет. Ну-ка. О, что-то вроде. Так, попробуй. Там что-то не сверху не особо что-то сверху. Постукай. Что-то там, видать, примялось. Видишь, она что-то не хочет. Да, вот так. Попробуй. Не хочет? Да, я посмотрю. Ну, что-то, видать. Так там, может, ставили на этот бок, она помялась, петля. Теперь не лезет. Надо выше. Как-то. Выше? Так. О. Сделал? Теперь тут. Выше? Так, все. Все? Да. Фу-фау. Так, лысый, давай. Ой, Макс. Макс. Пошли в Дикси посмотреть что-нибудь. По 115 не будем дать? Хочешь? А? Как хочешь. Я бы взял. Бери. А что там по сроку годности? 25 числа года. А это? Это вообще что-то я не понял. Уже как 20 дней посрочно, что ли? Угу. Что я не подаю, кто вообще? 20 дней просрочно. А это? О, 12.11. Какого? 12.11.
Так, таблетки для посудомойки. О, какой финиш квантум. Надо взять. Смотри, что я нашел. Сейчас. Мне кажется, надо будет даже две взять. Скидка 80%. Еще вот такие есть. 32 таблетки. Интересно, какая лучше? Смотри. Скидка какая. По 10 рублей финиш. Крутые. Какие? Возьмем. Какие лучше мы? Это вот эти или вот эти? Зеленые пачки мы не брали. Новинка. Давай эту вид возьмем. Ну давай. За наши кредитки расплатимся. Что ты хочешь? Я очень нашел. Вот что мы купили. Таблетки по 10 рублей штука. 300 за упаковку вот таких. Вот таких. Чипсы 100 рублей. Ролтоны по 19. 100 рублей эта пачка. Там да. Цены не было. 99 она вроде как. Активия 115. Энергетик 45 рублей. 0,5. Еще даже дали скидку вот такую на следующую покупку. Хорошо, мы зашли в Дикси. Вот цены. Посмотрим, блин, что там, как они выглядят. Эти мы уже покупали. Такие таблетки. Интересные. Вот это пакет, он разлагается в воде. Воняет как. Вот это какие-то. Типа эко, наверное, да? Эко-таблетки. Тоже пакет разлагаемый. У нас такие. Только такие синие были, а эти зеленые. У нас там таблеток целая куча пока. Вот у нас там целая куча. Надо засыпь, раз ты там. Ну что ты, Лёх, тут делаешь? А? Покушали? Нормально поел? Ну ладно. Нашел свой бензовоз, а то вот это, ой, господи, мешалку. Я думал, ты вот эту хотел. Какой тебе надо? Ту? Эту искал? А. Ну ладно. Полы пока были, вот так, блядь, наляпали, ебать, копать. Напроливали, носками бесили. Чеснок усыпали, пока убрала. Потом посадила чеснок, лук посадила. Пришла, немножко полежала. Как у меня звонил. Сейчас пошла лежать. Вообще-то мы тут чай пришли пить. Слышишь? А? Давай, отсюда. Давай, давай. 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 Скидывай. Давай, давай, давай. Так, тебе конфеты или торт? Торт. Конфеты надо? А? Конфеты надо? Не. Сейчас изжога у меня будет от него, наверное. А? Изжога будет, чувствую уже сразу. Ну так не ешь. Давай. Сок тебе нравится, так? Да.
Ты будешь? Нет, что, так не буду. Не пойдешь? Он пойдет на работу, я в садик. Мы договорились. Так, дай мне телефон, дышу. Кошка отбивает колбасу. Пошли тарелку поднимает. А? Хвостом почти поднимает тарелку. У него мощный хвост. Поеду на машине, папа. Куда? Поеду на машине. Еще немного и смахнет. Тарелку смахнет скоро хвостом своим. Сегодня после разговора с поддержкой сайта, в котором я участвовал в раздаче промокодов за оформление карты от Газпромбанка. Это уже был второй мой с ними разговор. Они мне все-таки прислали второй промокод на 2000 на Озон, точнее сертификат. Все-таки я добился этого. И теперь у нас есть сертификат на 2000. На 1000 мы уже использовали. Вот прислали на 2000. Но этого стоило еще добиться было. Алло. У Лехи сухой кашель, что ему от кашля дать? Синий кот. А есть он у него? Да. Ну, 20 капель. От носа что? Насморк у него? Ну, этот, мометазон вечером надо дать. Сильный, вечером? Я ему текут, шеплю. Не текут, но шмыгает. Он значит вечером запшикал. А сколько синий кода ему? 20 капель. Ага. Так закапывать или на ложку? Он так пьет, он сладкий. Ну, я имею в виду на ложку и дай ему. Ну ладно, давай. Давай. Так, на сегодня у нас вот, видно, что там у нас сегодня. Язык и вермишель. И еще вчерашняя за 115 рублей Активия. Сейчас будем есть, потом Леху лечить. Так, пока у нас Леха ест торт, мы активируем сертификат. Вот присылали на 1000, я его уже использовал, антифриз. И вот прислали еще один на 2000. Так. Давайте попробуем перепрыгнуть через машину. Копировать. Как бы нас с тобой легче было вдвоем-то видно. Вот так вот, наверное, да? Так, заходим в Озон. Кажется, вы влетели в мусоровоз. Сюда. Давайте попробуем въехать на эту гору. Так, где у нас тут коды и сертификаты? Кодовое слово или сертификат вставить? Кажется, машине не хватает мощности. Применить. Активирован. Так, и сколько у нас там теперь? 2000, вот они два. Теперь, если мы, допустим, будем делать какой-то заказ, Жак, допустим, вот такую вот штуку. Че ты, машинка? Леха заметил. И вот я. Да, перейти к оформлению. И этот сертификат у нас будет отображаться в собственных средствах. А они у нас где?
Промокод или сертификат? Так. Что-то нет. А, ну вот они, с моего баланса средств 1210 получается. Вот, теперь можно его использовать. Пришло Лехе на лекарство, сейчас будем смотреть, что сколько стоит. Вот у нас чек 3300 рублей. 3300. 1300. Что? 3300. Я не говорю. А вы запечатали, что? Да. А что они так запечатали? Так его не было, типа, он на кассе. Сейчас посмотрим. Это крем, я уже крем, да. Так, вот это крем. Адвантан, сколько же он стоил, этот крем? Этот крем 600 рублей стоил. Вот это что? Это ему, чтобы всякое в саду не хватать. Это типа вирус, профилактики. Вирус и для иммунитета. Вот это одна штука стоила 600 рублей, их тут три. Так, а это у нас таблетки от аллергии, да? 400 рублей одна штука. Для бронхов. Две штуки. Вот. Лечение Лехи от аллергии. Вот такое. В 3300. Это на сколько? На месяц. На 2 месяца. На 2 месяца? Да. Ну хотя бы не на один. Терпимо еще. Бабушка вон уже начала лечиться. Сейчас вылечится и не будет аллергии у Лехи больше на котов. Сегодня будем давать. Это сегодня, это сегодня. Мазать сегодня, а это надо по утрам давать. А это вечером. Угу. По утрам он вряд ли будет что-то есть. Ну, если он не будет, я ему в компот. Компот там пьет утром. Пьет. Не всегда. Пьет. Если ну, как бы плохо, то совсем чуть налить, ему горло смочить. Туда добавить. Угу. Чтобы он все выпил. Много не наливать, чуть-чуть совсем. Видишь, как кашляет? В саду что сказали? Ну, ничего что? Не говорили. Кто там был? Бывший улыбчивого друга. Которому сегодня, кстати, 34 года исполнилось. Да. Дело к 40 идет. Я тоже. У него быстрее придет. Мне еще будет 30... Сколько? 7, а ему будет 40. Омлет-то будешь, Лех? После торта омлет? Нет? Будешь? Да. Так, у нас сегодня гости пришли. Снимала что? Леш, раскрашивай нормальный. Только не забывай колпачки закрывать. Ну что, лопать, Леш, шарик тебе? Лер, смотри, сейчас будем шарик лопать. Леш, подожди. Давай, я тебя буду держать. Держи тогда его. А то он у меня улетает. О. Давай отвертку. Да, иди выкинь мусор, Леш. Где выкинь мусор? Все, молодец, Леша. Конфетку будешь? Чё, я закрыл. Угу. Вот это да!
дальше. Осторожно, ребята! Ну что, ребят, есть идеи? Мама, лягушка, кова, кова. Угу. Жак, это же не лево, а мото, проверь. Так лучше, поехали. Синька, синька. Жак, что-то еще? Так на пол не сыпьте. Аккуратно. Ой, да, он выглядит просто превосходно. Только не забудьте про шлемы. Отлично, ребят. Угу. Смотри. Да. Я не сыплю туда. Да, не сыпьте на пол. Сыпьте. Кто-то насыпал там уже, да. Аккуратно. Да. Видишь, Лера собирает. И тапок одень. Одень тапок. Вон он, смотри, вон он лежит. Вон, бери. Вот, одевай. Да, надо одеть. Да, одевай. Угу. Один ножик большой. Чего? Один ножик большой там. Да? Нет, бабушка, у него майки там. Ну, есть, убивай. А ты что, Лёш, помогай Лере. Помогай. Вместе собирайте. Угу. Мама, я забыла шайки. Так, тех собирайте, да. Сбиваю. Вот это, там угу. Воды было. Угу. Там были. Мама, нас засасывай, засасывай. Да? Давай, помогай Лере-то, помогай. Помогаю. Угу, собирайте. Это дырка. Там дырка, да. Там шучки. Да? Эй, надо, там шучки. Угу. Шучки. Посмотрим. Когда за Леру придут? Примерно полшестого. Полшестого? Угу. Чё, Лёха, будешь? Рисовать будешь? Да. Давай, не красками только, а фломастерами. Давай сейчас тебе откроем тут что-нибудь. Вот тут вот. Давай. Так, вот фломастеры. Не назвалась. Не, не нужно. А краски уже высохли, Лёх. Они не высохли. Они сухие, Лёх. Они уже испортились. Испортились. Не бойтесь, ну какой? Давай, они, Лёх, сухие краски. Они не сухие. Вон, фломастерами давай рисовать? Не надо рисовать. Давай, сейчас мы тебе откроем. Смотри. Вот так вот и будем. Лапки давай, Лёх. Разукрашивай лапки. Вот тут. Две лапки. Не будем рисовать. Не будем рисовать? Ну, смотри, Лёх. Давай листочки покрасим в зеленый цвет. Будем? Будем? Нет. Вот зеленый, давай так листочек покрасим. Зеленым цветом. Видишь как? Не надо. Нет. Листочек будет зеленый. Красивый будет. Че? Красивый. Ты, Лёх, не все раскрашивай-то, раскрашивай детали. Вот так вот. Только листочек, допустим, раскрашивай. Аккуратно, вот так вот, Лёх. Вот так, видишь, аккуратно. Вот так, видишь, как? Я сам. Вот тут я покрашу, а ты там покрасишь. Ты. Никогда не рисовать. Надо аккуратно, Лёх, рисовать. Кабарина. Видишь, как... Как папа аккуратно, видишь, он разукрасил.
О, видишь, как получается, аккуратно. Красиво. Желтые листочки. Папа, ты вот здесь, папа? Давай. Давай другой фломастер возьмем. Колеса каким цветом нарисуем? На зеленые. Зеленые? Ну давай. На колпачок. Давай, колпачок это. Аккуратно, аккуратно. Вот они, две ручки. Вот такие глаза горит, витает. Угу. Лапки-то горит. Лапки, да. Чего-то не хватает. Чего не хватает? О, у меня идея. Какая? Кабан не выглядит, не может бегать. Алло, ну что, ты когда придешь? Ну вот, курю и уже оделась, иду уже. А, уже идешь? Курю. Так быстро? Ага, ну приходи. Давай, пока. Так, сегодня баба будет с него спать, да? Нет. Не будешь с бабой спать? Чтобы завтра в садик не идти, с бабой спать надо. Бабой? Да. И вот с бабой спать. Да. А суп будешь с бабой есть? Да. Да? Ну ладно, сразу на все согласился. Не, буду тут кушать. Баба еще сюда придет. Ты взимайте борода. Это не брови, это борода. Кто это? Я побрился, это родинка. И на их убой. А это брови. И здесь твой бой. Да. Там суп Настя приготовила. Угу. Как твое здоровье? А? Лёс, мама с работы. Ой, как у тебя бардак там. Сплювай. Да? Зелье, бегусь, пекла. Суп будем кушать? Да. Ага, хорошо. Пойди, машинка стоит, папуга. Сейчас посмотрим все. И кофта машинка.